гений – это человек, наделенный божественным даром синтезировать миры, гармонизируя время, пространственное единство бытия. Гений – это человек, наделенный божественным даром синтезировать миры, гармонизируя время, пространственное единство бытия. А талант – это способность реализовывать гениальность. Я сегодня хочу говорить о востребованности. О востребованности. Я не стал бы придумывать рифмы и вытанцовывать смыслы, знал бы, как иначе, сквозь рифмы на посвящение в Сизифы. Среди нецелованных женщин, дорог затуманенных страхом, благословением увенчан на крыльность полета размаха. Что сталось? Уходим в рассветы, и вопреки всем прогнозам, галактические приметы индивидуальным извозом, случится любовью срифмованное, отвалятся вчерашние нудности. Прозрение всегда окольцовано в испытания святые и трудности. Напахтаемся и налетаемся, присядем на миг отдышаться, в поцелуйности наобнимаемся, чтоб прозрачностью оземляться. Я читаю стихи сегодня из сборника «Не умирает только любовь». Нетрезвятость претензий обнуляется временем, на рассветный туман не рифмуется век, и взрываются горизонты маленьким семенем, и танцевать не научить безногих коллег. Подносная почва придуманных вечностей и упущенный шанс прозреть высотой, и влияние тотальное галактических млечностей, управляющих осознанной красотой. Соловьи отпоют, и жуки отжужжатся, и пчелы привычно мед соберут, и осталось чуть-чуть, грех нам не продержаться и не ступить на благословительный путь. Вырвались с мясом, рана кровоточит, чадит пламя, болезненные ночи, неразумные страсти трухлявых поленьев, мысли напасти, тупики стремлений, разгонное поле в минах и ямах, свобода, как воля дырявых карманов, из боли не выбраться, высотой не упиться, по кругу двигаться, не взлетиться. Из облаков дождь, хотя процесс сложнее, из толпы вождь, наверное, потому что наглее, из причин ситуации складываются неумолимо, гении часто в прострации не умеют жить мнимо. Я бы тоже напился, но чем дальше, тем нескимее, за прозрачневел и слился с вечностью, чтоб больнее, чтоб напряжение строило, и реакции снулились, любовь успокоила, и кризисы упокоились. Дождь в снеге, а сердце в слякоть, и ни слез, ни страданий на объективное. Хорошо женщине умеет плакать, а мужские слезы инфантильные. Спасает творчество, отогревает, вдохновляет, спасает от пророчества, от пуль прикрывает. Ведет любовь, конечно, направляет, корректирует направление, объезжает встречных, растворяет сомнения. Женщина содержит, но не знает, мужчина знает, но не содержит. Единое сердце влюбленных летает, вселенную нежит. Друзей заменила любимая, горизонт растворился в дыму, туман перекрыл цели мнимые, а свет – тьму. Другие любимые, встреченные, сердце заполнили до краев. Знаю, дороги вечные не оставляют следов. Поздние года или ранние, все одно в копилку оков. Мне давно не кажется странным перехлёст веков. С потолка свисают грозди настроений, под сиденьем спрятан вечный Новый год. И в камин мечты летят поленья облаков, веков и нот. Где-то между облаками и веками я припрятал, как заначку, нотный стан. Ключ скрипичный с басовым приарканил, как заядлый вселенский меломан. И однажды
чудо совершится. Верю я, и верить можно вам, на планете человек родится, чтобы слово волю дать словам. Мир благословением поддержит, гармония проявит красоту, сердце солнце светлостью онежит, вдохновляя на любовь и высоту. Что останется? Прозрачневеть рассветом, вместе с женщиной по света танцевать и по скамертоненным приметам перспективу обживать. О востребованности. Я когда-то читал, что вероятность попадания сперматозоида в яйцеклетку очень мала. Поэтому природа делает так, что сперматозоидов много, и они все мчатся к своей цели, чтобы оплодотворить яйцеклетку. И достигают далеко не все. И более того, по мере движения они теряют силу. И сам процесс оплодотворения, он очень маловероятен. И тем не менее, мы-то рождаемся. Я, потому что вот сейчас говорю, значит, я живой, родился. Вы, потому что слушаете, видите, тоже родились. То есть мы с вами продукт очень маловероятностных событий. Просто так? Случайно? Я не думаю. Природа, которая вокруг нас, она вообще не имеет случайного фактора. Стопроцентная функциональность. Никто случайно не расцветает, нигде случайно ничего не ветрит. Дождь, в принципе, тоже случается не случайно. И тем более человек, как продукт мощного какого-то сверхсознания, он также не случайен. И значит, он востребован природой, миром и всеми процессами гармонизации, которые, в общем-то, случаются у нас за окном, под ногами, вверху, везде. Короче говоря, везде. Каждый человек востребован. Интересно то, что чем меньше ты об этом думаешь, чем ты счастливее. Ибо ребеночек, вот он как родился и маленький, если вы можете их наблюдать, сделайте это, попробуйте наблюдать. Он абсолютно не думает о том, что он востребован. Он тотальный царь всего и вся. Он приходит сюда как реальность, которая абсолютно вписана в то, что было до, то, что случается в эту минуту, и то, что будет. Он абсолютно тотально не думает о своей востребованности. Особенно если он родился у счастливых родителей, которые любят его, которые знают, что он имеет свою предназначенность, и которые не воспитывают его себе подобно, а наблюдая за ним, чуть-чуть корректируют, ибо он попадает в реальное, не сейчас, позже, когда он вырастет, он попадает в реальный социум, который обязательно начнет навязывать критерии востребованности. Пионер, комсомолец, член партии, гражданин, патриот, национальность твою, гражданство твое, ну там уже семья, дети. Востребованность, которую навязывает нам социальность, она чревата тем, что ты становишься зависимым от этой социальности. Но это не самое главное. Самая главная трагедия, что ты забываешь о том, что ты маловероятное событие, чрезвычайно важное для этого мира, необыкновенно востребованное этим миром, который постоянно, ежемгновенно преобразует микромиры, макромиры, гармонизируя пространство. И ты в этом процессе важнейшее звено, ибо через тебя и тобой. И вот чем чревата и опасна востребованность, имеющая характеристики социальной адаптации, тем, что ты постепенно, по мере взросления, забываешь от этой своей предназначенности до момента, пока тебя не начинает что-то мучать.
Ведь предназначенность, востребованность, божественность, практически я говорю синонимы, она же в принципе на уровне состава крови, на уровне качества твоего внутреннего процессуального момента, который постоянно и всегда связан с космосом. Процессы, которые происходят в человеке всегда, пока он проявлен вот, живым, действующим, они всегда связаны с трансформацией микромира в макромир. Микромиром в макромир. Макромир циклуется опять, циклом замыкается опять на микромир. Это процессы беспрерывные. В этом и заключается жизнь. В том, что в тебе эти процессы существуют. Мы до конца не можем знать, что там и как происходит на уровне атомов и меньшими величинами, какими-то процессами. Я же говорил, что я как-то видел пылинку, увеличенную там несколько миллионов раз. Это космос. Это космос, пылинка, космос. А что тогда говорить о человеческом составе? Тоже кровь, если разложить на микро-микро-микро элементы. Это же осознанное создание. Человеческое сознание, оно делает каждый свой микрон точно так же, а с составом этой осознанности. Ибо для того, чтобы ты осознавел, ты должен производить ряд физических, конкретных физических процессов. Но кроме того, ты еще должен эти физические процессы поставить на службу вот этим тончайшим, гармоничным каким-то нитям, которые связывают тебя с Вселенной все время. Так вот, социальная адаптация, она приводит к краху. Потому что ты начинаешь мучиться, когда ты один. Ты мучаешься, что тебе не позвонили дети. Ты мучаешься, что кто-то там тебе не сказал спасибо. Ты начинаешь мучительно искать ту адаптацию, которая весьма искусственна, весьма неконкретна и весьма иллюзионна. И совсем другое дело, когда ты после вот этих поисков мучительных, не находя откликов, который тебя может удовлетворить, начинаешь искать путь к своей собственной востребованности, которая связана с божественностью. Первородной, первоосновной твоей востребованности – быть человеком. Этот процесс возвращения к осознанию своей божественной востребованности уникален. Уникален прозрением твоего собственного сопричастия с миром. Уникален проявлением через творчество, потому что иных путей к собственной божественности, к первооснове, кроме как через творчество, не существует. Все остальное искусственно придумано и, в общем-то, мертво. И только творчество позволяет абсолютно четко, абсолютно конкретно, абсолютно гармонично вывести тебя на твою божественность. Ибо в этот момент, когда ты творишь, ты опять-таки забываешь о вопросе, о востребованности. Ибо ты естественно растворяешься в гармонии этого мира. Эту возможность дает только творчество. Только творчество. Женщина счастлива тем, что она подсознательно ощущает свою востребованность на уровне микроатомов, ибо она может рожать детей, и кроме нее никто этого сделать не может. Конечно, на каком-то этапе она думает, что она зависит от любимого, на каком-то этапе она имеет претензии к государству в востребованности и в поддержании вот этого чувства востребованности. Но к моменту, когда женщина обретает свою
первооснову, когда она рождается, женщина, я думаю, что ближе к 30, когда она уже перестает пользоваться иллюзиями о мужчине, когда она обретает уверенность в своих силах, когда ее сомнения и ее мучительный поиск гармонии в этой реальности выводит ее на самую себя. И вот если это случается, и она обретает вот эту вот уверенность в своей собственной востребованности, которая связана с ее предназначенностью быть проводником сверхэнергии, детьми, мыслями, мечтой, самое главное, мечтой. Вот когда она обретает эту уверенность в значимости своей мечты, в этот момент случается чудо. Потому что востребованность рождает крылья, сердце распахивается, и слово «любовь» из мучительного поиска превращается в повседневную, увлекательнейшую, летательную, фантастическую реальность. Несомненно, и мучения, и тревоги, и слезы, все это никуда не уходит, ибо сложно женщине в реальном мире. Но все то, что я перечислил, это все воспринимается как благословительное испытание на радость быть женщиной, которая и реализует вот это удивительное состояние, описываемое иисусовской формулой «Бог – это любовь». И кроме женщины никто этого не может, я хотел сказать, понять. Нет, понять это можно, даже принять можно. А быть этим, кроме как женщине, больше некому на этой планете. Потому что вот точно так же, как женщина, может проживать эту любовь и быть любовью. В этом плане она равна розе, в этом плане она равна пчеле, в этом плане она равна соловью, в этом плане она равна всему тому, что тому всему феерическому, фантастическому, красивейшему миру, который окружает человека. И только через ее ощущение вот этой гармонии, этого мира, океана, неба, дождей, ветров, всего, всей прелести, коими реализуется существование на Земле, когда она ощущает себя частью этого всего, то в этом случае только окружающие ее люди могут вернуться к своей божественной востребованности. И вот это вот возвращение к божественной востребованности человека, даже просто проявление возможностей возможно только рядом с женщиной. Почему без женщины мужчины глупеют? Потому что они начинают думать мучительно о своей востребованности и сразу попадают в социальность. А в социальности там нет оплодотворения. В социальности там есть только мертвое пространство, которое откликается пустотой, пустозвонством. Я сегодня хотел говорить о востребованности. Сам мучаюсь этим. И мучительное проживание своей предназначенности, оно выводит в пространство восхитительного летательного времяпровождения. И я абсолютно понимаю, что до тех пор, пока человек не ощутит свою востребованность миру, ни государству, ни национальности, ни тем или иным партиям, миру, который вокруг, который любовь, который Бог, пока он не ощутит эту свою востребованность, пока он не осознает свое
свою предназначенность в этом, мир не сможет быть доброжелательным к человеку. И тогда получается, что необходимо для обретения этой востребованности женщине не мешать крылиться, женскому сердцу не мешать гореть, женщине не мешать любить. И благословение человечества на любовь женщины позволит самому человечеству стряхнуть с себя пыль веков и обрести молодость, ибо востребованность и старость – вещи несовместные. И востребованность божественная, она всегда в это мгновение, значит, всегда только сейчас и всегда полна жизненных соков, которые характеризуются красотой мира. Птица взлетела с руки, птице нужна высота, чтоб не погибнуть с тоски, чтоб ноты читать с листа, чтоб вечность мгновенье узреть и спить горизонтную даль, полет свой освоить посметь и прошлое, чтоб было не жаль. А в небесах облака, с которыми на перегонки, благословляет рука, взрывая замки. На алтаре не объяснить благословительных минут, счастливых секунд не сохранить, и часовые стрелки врут. 26 000 лет в году солнце круговоротит миг, и я свой отчет от звезд веду, реальность верстая стих. И жизнь как день, лишь день в годах, а галактических веков, планета точечкой в мирах исходных основ, и человеку восходить ступенями рассветных нот, вселенским океаном плыть, взрывая свод, но посвящаясь в вечный свет, синхронизироваться рад, кабальность сбрасывая лет и целей ложных маскарад. Любовь окамертонит весть, 26 000 лет на сброс, и ты, и я, и он, мы есть, от Господа на нас запрос. Thank you.